Привет, мои дорогие зрители! Здравствуйте, мои любимые подписчики! Очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. И сегодня у меня пустые баночки. Их собралось не очень много, но я как-то решила, что надо перед отпуском очистить тут помещение, чтобы они никому не мешали. Начнем, наверное, вот с этой вот зубной пасты. Осталась коробочка и остался у меня тюбик. Здесь была паста гелевая. Мне она не понравилась. Но хватило ее на очень-очень долго. Никто, потому что ею не чистил зубы. Так, вот она такая вот зеленая. Видите? Вот. Но во рту она как-то вот... Ощущение было, как будто бы я какую-то жвачку взяла в рот. И, ну, я, конечно, ее дочистила, но не выбрасывать же. Вот, жалко. Так, это не от этой? Нет, это не от этой. Это я вам показываю коробку от другой пасты, которую я купила сейчас. Вот видите, какая я невнимательная. А это была вот такая вот паста. Это вот она была такая. Больше никогда такую покупать не буду. Сейчас я купила другую. Колвайт. Ладно. Об этом мы будем рассказывать в следующий раз. Закончилась у меня вот такая вот серия шампунь и ополаскиватель Фрутис. Я покупала ее по акции. Надо было купить два продукта Фрутиса, и тогда в подарок была третья бутылочка. Третья бутылочка у меня масло. Оно еще у меня не закончилось, оно у меня еще есть, поэтому вот выбрасываю только две баночки. Сос восстановления. Укрепляющий шампунь восстанавливает керафин и масло амлы здесь находится. Устраняет один год повреждений за три применения. Ну, что сказать вам про это? За три применения ничего оно не восстанавливает. Шампунь, конечно, очень приятный по аромату. Волосы, конечно, мягкие. Но мягкие они буквально только вот, когда вы помоете, вот они высохли, вот они приятные. Но на следующий день они становятся такие же, как они и были. Сухие. Вот так вот. Так что мыть, конечно, можно им. Пользоваться вот этим ополаскивателем можно. И наносить масельце. Масло тоже мне очень нравится, потому что из всех масел, которые они продаются у нас в магазинах, из всех серий шампуней, оно самое дешевое. Вот. И оно мне нравится. Оно ничем не отличается от тех дорогих. Я как-то пробовала и дорогое купить, но там все одно и то же. Но я думаю, что может быть... Этот шампунь я когда-нибудь и повторю. Например, моя Ариша, она все время пользуется этими шампунями Фрутис. Она иногда берет в Эйвон, а вот Фаберлик ей почему-то вообще не нравится. Она говорит мне, потом от них голова чешется, быстро волосы жирнятся. Выбрасываем мы вот такой вот флакончик от геля детского. Это Аришка в Острове Чистоты покупала. Она постоянно вот покупает в Острове Чистоты. Если я ничего от Эйвон не подарю ей, то берет в Острове Чистоты, потому что там недорого. И вот шампунь, который она покупает себе, Фрутис. Это вот она любит вот эту вот зеленую серию. Укрепляющий шампунь, керамид и экстракт яблока. Для... ослабленных и склонных к выпадению. В 10 раз более устойчивый. Вот. Постоянно покупает вот такой вот зелененький. Она не ополаскивает никогда, потому что говорит, у меня волосы гладкие, они жирнятся быстро, и мне это совершенно ополаскиватели эти не нужны. Вот. Я без ополаскивателя не могу. Закончился у меня вот такой вот флакончик тоника «Реноваж». Тоник мне очень понравился.
Это не дешевая серия, это для возрастной кожи уже. И вот с удовольствием остатки вот этого тоника я вылила себе в маленькую бутылочку. Вот еду в отпуск, и я его возьму с собой. Очень хорошо кожу очищает, и кожа такая гладкая, приятная, как будто вот немножечко там, как будто бы даже вот какие-то вот добавочки есть кремовые. Ну, конечно, там такого нету, но вот ощущение очень приятное после него. Так, этот раз я красилась краской 11.8, ультраосветляющий блонд жемчужный. На картиночке, конечно, вот он такой вот немножечко, да, такой вот с оттеночком. Ну, а волосы у меня совершенно белые, совсем-совсем белые. Здесь находится вот такой вот флакон. Тюбик я уже выбросила сразу, инструкция. И пакетик с ополаскивателем. Думаю, что в следующий раз вот надо будет перед подъездкой покраситься, покрасить свои корни. Я думаю, что я опять... Я взяла уже такую краску. Думаю, что корни я покрашу. Экспериментировать я перед дорогой не буду. Решила я вернуться к мылу кусковому. Последнее время, вот уже много лет, как-то, когда уже узнала и Эйвен, и Фаберлик, то постоянно покупаем жидкое мыло. Вот. Но тут вот посмотрела одно видео на YouTube, что девочка собирает мыло, и я вспомнила, что очень любила мыло Камей. В то время, это вот, наверное, лет 15 назад, были... Белая, красная и черная, в смысле упаковка. А какое там было мыло, честно говоря, я уже теперь уже и не помню. Но воспоминания о нем очень хорошие, потому что оно очень было вкусное. Оно с ароматом духов, и мне настолько оно нравилось, это прямо, чем выразить свои эмоции. И вот я пошла опять в магазин и думаю, куплю же я себе опять такое мыло. Но, увы. Такого нет. Есть теперь мыло вот в таком вот сиреневом оформлении. Есть мыло в красненьком, в розовеньком и в желтеньком. Ну, вы знаете, ничего, неплохо пахнет. Вкусное мыло. И даже хорошо умываться им. Оно не сушит кожу. Вот это вот самое главное, что оно не сушит кожу, если смываешь глаза. Хотя я пользуюсь разными умывашками. Ну вот попробовала мыло, и мне, ну, конечно, воспоминания те не затмить, потому что то мыло мне нравилось больше. Так, так. Ага, значит, все. Закончился у меня вот такой вот крем от Faberlic, Oxyology серия. Это вот такая вот розовенькая, 0,2-37, дневной крем, кислородное сияние. Легкий дневной крем активизирует микроциркуляцию в тканях кожи, заряжает клетки энергией, возвращает сияющий цвет, разглаживает морщины. И вот это вот из какой-то... Это из серии сияния. Есть же такой вот зелененький, это... увлажняющий, голубой, по-моему, восстанавливающий, и вот этот вот сияние. Девочки, не знаю, попробовала все. Но у меня такое ощущение, что они... Ну, я никакого эффекта я не заметила. Никакого сияния я не видела. Вот. Увлажняющий, да, он увлажнял. Этот увлажняет, да. И сейчас я пользуюсь в голубом тюбике, увлажняет, да. Но не больше. Так что, ну, конечно, что можно хотеть от дешевых кремов, которые стоят 5 рублей 79 копеек. Вот. Когда и от дорогих кремов не очень-то ожидаешь там какой-то сверхъестественной силы, чтобы она моментом там разгладила и увлажнила. Увлажняет, да, но больше я его покупать не буду. Ну, хотя, никогда не говори никогда.
Может быть, настанет такой момент, что денег нету, а пользоваться чем-то надо, и я тогда закажу опять такой дешевый крем. Закончилось у меня масло. Масло я такое заказывала на Алиэкспресс. Это марокканское масло для волос. Им пользоваться, когда вы помоете волосы, уже прополощите и потом наносите это масло. Замечательное масло. Сейчас я заказала вторую такую бутылочку, и я ее беру с собой в отпуск, а это у меня вот пустая. Очень понравилось. Замечательное масло, волосы приятные, гладкие, но у меня же волосы вообще-то от природы вьющиеся, но я их потом щеткой массажной разглаживаю, на бигуди накручиваю, и они во всяком случае хоть немножечко держат вот так вот гладкость. Масло прелесть, можете, девочки, заказывать, не пожалеете. Закончилась вот такая вот банка от маски для волос. Это не я пользовалась. Пользовалась Аришка. Глубокое питание для нормальных и сухих волос. Волосы у нее не очень сухие, они у нее нормальные, но, говорит, маска ей очень понравилась. Говорит, если будет когда со скидкой, но, по-моему, сейчас вот это вот Арктик, этой серии, по-моему, сейчас в Фаберлик уже нету. Я как-то не обращала внимания, потому что эта маска была заказана больше месяца назад. Вот. Она использовала ее, говорит, что очень понравилось. Приятные волосы. Во-первых, аромат хороший, такой легкий, прохладный аромат. И, во-вторых, говорит, ну, волосы им нравятся, хорошо расчесываются, хорошо укладываются. Что же у меня тут еще есть? Есть у меня еще вот такая вот штучка от Тюбика. Это тоже на Алиэкспресс. Мне она не очень понравилась. И высохла она моментально, эта тушь. Вот. Кисточка маленькая. Не люблю вот такие вот маленькие силиконовые кисточки. Не знаю, как будет ли, схватит ли объектив. Вот. Не люблю такие кисточки. И вообще там что-то прямо как вот, как будто она спотыкается обо что-то все время. Вот, и гнется. Короче, я ей немножко попользовалась, она высохла моментально. Я пробовала туда налить туалетной воды, но ничего у меня не получилось. Поэтому как бы то так, тюбик очень красивый, тюбик мне понравился. Опять пою дифирамбы вот этой вот жидкости для снятия лака. Жидкость прекрасная. Опять купила 5 флаконов себе. Чтоб вдруг, если в фикс-прайсе пропадут, то будет очень обидно, потому что за все время, сколько я пользуюсь всякими жидкостями, снимаю лак, эта жидкость самая-самая лучшая. Снимает просто на ура. И выбрасываю вот такую вот бутылочку. Я всегда вот такие вот пробнички заказываю, как только Фаберлика не бывает, я всегда их заказываю. Это для духовок. Мне очень нравится. Я этой жидкостью даже свой чайник чищу, когда надо, сверху кастрюльку могу почистить. Вот. И духовку, конечно, тоже. Нравится мне эта жидкость. И даже если у меня есть и в больших флаконах, но маленькие я всегда заказываю. Чтоб мало ли вот перепады какие-то такие, чтобы что-то было. Так, что у меня еще есть? А больше у меня ничего и нету. Единственное, вот последнее, это тоже с Алиэкспресс. Это с... как их называют? Ой, как их называют? Подглазки. Бывает. Бывает такое, что вот-вот раз и провал в памяти. Здесь такие вот... Ой, они у меня уже слиплись, лежавшие. Золотые вот такие вот штучечки. Накладываете под глазки, ходите какое-то время, кожа увлажняется, становится такая вот прохладная, очень приятная. Может, тут написано, как называется. Да, и они еще с витамином. Девочки, ну это вообще какой-то кошмар. Я забыла, как они называются. Надеюсь, что вы помните и сами додумаете. Ну, а на сегодня все. С вами была Галина.
Все это сейчас я выброшу, и у меня чистая пустая корзина остается. Можно собирать дальше пустые баночки.